Через два месяца после падения форта Самтер Джефферсон Дэвис собрал армии из 22 тысяч конфедератов в Манассасе, которые должны были сражаться за независимость Юга. В Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, Линкольн призвал 40 тысяч добровольцев, которые разделяли его желание сохранить союз. Обе стороны рассчитывали на короткую войну и победу их дела. Вашингтон, федеральный округ Колумбия, июнь 1861 года. Лейтенант Фриман. Да, миссис Хазард, как поживаете? Прекрасно. Я ищу своего мужа. Вы его не видели? Да, мадам. Он ушел примерно час назад. Он устанавливает батарею в районе Рок-Крик. Спасибо. Как вы думаете, армия южан захватит Вашингтон? Ну, мятежники... Простите, мадам, армия южан в 20 милях отсюда. Так что лучше быть в безопасности. Но ваш муж теперь знает гораздо больше о предстоящей битве. И он получил перевод в отряд снайперов. Снайперов? Я думал, вы знаете. Нет, я... Спасибо за информацию, сэр. Кто-нибудь поедет туда, позвольте вам дать сопровождение. Я найду дорогу, лейтенант, спасибо. Со своей черномазой. Что слышно от Джеффи Дэвиса, красотка? У тебя что-то со слухом, мятежница? Мы не хотим неприятностей. Пожалуйста, оставьте нас в покое. Скажи это своим дружкам-мятежникам, которые атаковали наши войска в Балтиморе. Убери руки от упряжи. Я белый человек. Не говори со мной так, как будто я один из твоих рабов. Убирайся! Первое направление огня. Все четыре орудия к реке. От Джорджтаун, Чейнбридж. Второе – прикрывать продвижение с левого фланга. Я ищу мужа, лейтенанта Хазарда. Спасибо, сэр. Извините, сержант. Брэд! Билли. Я получил перевод. Первый американский отряд снайперов. Это новый полк, только что созданный Конгрессом. Я не говорил тебе, пока все не решится. Разве это не здорово? Ты будешь в самом пекле. Что плохого в инженерных войсках? Брэд, я солдат, а солдат должен сражаться. Наши предки отдали жизнь за свободу этой страны. У меня есть шанс сделать историю. Убивая южан?
Я не имею в виду твою семью. Многим на юге нравится союз, и они не хотят этой войны. Но они собираются сражаться за конфедерацию. Хороших людей будут убивать, Билли. Такую историю ты хочешь делать? Все будет хорошо. Говорят, война закончится после одной большой битвы. Когда меня не будет, я хочу, чтобы ты уехала в Бельведер к моей матери. А как же Семирамис? Я устрою так, чтобы она спокойно вернулась в Монт-Роял. Почему мы ссоримся? Потому что ты ничего не говорил мне об этом. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Плантация Монт-Роял, Южная Каролина. Я буду скакать день и ночь, чтобы добраться до Вирджинии до того, как война будет закончена. Сомневаюсь, что все будет так легко, Чарльз. Мы рождены на лошади. Мы заткнем ямки за пояс. Чарльз, их, по крайней мере, трое на каждого из нас. Эй, я готов держать пари. Стыдно, что генерал должен служить у президента конфедерации вместо того, чтобы сражаться в легионе Хэмптона. Ори, я буду скучать. Ты больше, чем кузен Чарли. Ты мне как младший брат. Поэтому я не хочу, чтобы что-нибудь случилось. Ты меня знаешь? Это меня и беспокоит. Чарльз напоминает мне Ори, когда он уезжал сражаться в Мексику. Он вернулся с той войны, и они оба вернутся с этой. Не могу поверить в то, что происходит. Наши дорогие друзья Хазарды, Билли, мой зять. И война разлучила нас. Она не продлится очень долго. Я на это надеюсь, дорогая. Два самых красивых мужчины конфедерации. На них смотрится даже эта форма. Тетя Клариса, я заберу тебя с собой. Одно твое слово, и янки разбегутся. Милый Чарльз. Я не готова сказать «до свидания». Я никогда не хотел этой войны. Но у нас не будет ни чести, ни достоинства, если мы позволим Северу указывать, как нам жить. Некоторые вещи стоят того, чтобы за них сражаться, Мадлен. Это земля, наши семьи, наш образ жизни. И ты. Я не могу дождаться, когда ты станешь миссис Мэйн. Как только ты получишь развод, мы окажемся перед священником быстрее, чем ты сможешь сказать «согласна». Я согласна. Война закончится, пока генерал целует свою красивую леди. Чарльз торопится в дорогу, услышав, что вирджинские красотки затмевают даже наших красавиц Южной Каролины. Мама, береги себя. О, Ори, я обещала себе, что не буду плакать. Теперь у тебя не будет времени для слез. Ты будешь управлять плантацией. Янки ждут нас. Напрасно теряем время. Кофе. Не беспокойтесь, мистер Ори. Я позабочусь обо всем. Надеюсь. После войны!
Должен сказать, господа, что это честь, и я благодарю вас. Вы делаете нам честь, мистер Ламот, принимая эту должность. Все мы в штабе милиции считаем, что ваш опыт делает вас прекрасным полковником. Вы превратите наших зеленых добровольцев в солдат для защиты Южной Каролины. Я начну набор в своем округе немедленно, сэр. Позвольте выразить вам благодарность за ваше гостеприимство, полковник Ламот. Хотя мне не хватало вашей очаровательной жены. Миссис Ламот нездорова? Миссис Ламот больше не живет в Резолюте. Простите мистера Клея. Он находился в Колумбии со времени взятия форта Сантер и не знает вашей домашней ситуации. Моя домашняя ситуация никого не касается, сэр. Господа, до свидания. До свидания, сэр. Лихой Стейшн, Пенсильвания. Безусловно, ты великолепный мужчина, Джош Хазард. Ты так же красив в этой форме, как в тот вечер, когда мы танцевали в Мехико. После Мексиканской войны я не думал, что снова надену форму. Но я не могу сидеть в Лихой Стейшн, когда страну рвут на части. Я согласен с президентом. Союз надо защищать. Пусть привлекают меня к трибуналу, но я не надену эту ужасную шляпу. Даже я бы подумала, стоит ли ее одевать. Я зря еду в Вашингтон. Лучше командовать на поле боя. Нет, Джордж. Президент пригласил тебя в свой штаб. Не только потому, что ты из Вестпойнта. Он высоко ценит тебя так же, как и я. Мой брат близок к Линкольну. И он считает, что президент мобилизует эту страну как никогда раньше. И не только военное руководство, но и частный сектор, включая Hazard Iron. О, Изабель, надеюсь, мы правильно поступаем. Сейчас идет война, и такая вечеринка говорит о дурном вкусе. Мы просто отмечаем отъезд нашего героя. В конце концов, мы самая известная семья в этой части штата, и люди увидят в этом наш патриотический долг. Я не уверена, нравятся ли Джорджу все эти фанфары. Большинство армейских офицеров подали в отставку и отправились на юг. Но они будут сожалеть, потому что дело конфедерации уже проиграно. Те из нас, кто управляют важными компаниями, создадут мотор, который приведет союз к быстрой победе. Я уже разработал. Похоже, тебе придется побыть героем. Большое спасибо, но я пока ничего не сделал, чтобы заслужить это. Хотелось бы думать, что это не только для тех из нас, кто отправляется на войну, но и для тех, кто уже в армии, включая моего младшего брата, лейтенанта Уильяма Хазарда. И особенно для тех, кто остается здесь, дома, и будет служить Союзу, исполняя свой долг с такой же преданностью. Я имею в виду моего брата Стэнли, он возглавит Hazard Iron. Большое спасибо. Я надеюсь на тебя, Стэнли. Спасибо, Джордж. У тебя всегда все получается. Удачи. Спасибо. Все это напоминает мне, что вы действительно покидаете нас. Я буду так скучать без вас. Гости ждут вас, полковник Хазард. Спасибо, Изабель. Мама. Не позволяй сантиментам вмешиваться в наши планы, дорогой. Это не только возможность получить доходы от этой глупой войны, но и шанс стать тем, кем ты всегда хотел быть. Столица конфедерации Ричмонд, Вирджиния.
Все эти планы должны быть реализованы в ближайшие 3 дня. Да, мы сделаем это. Генерал, мистер Дэвис ждет. Это верно. Генерал Джексон? Мистер президент, я уважаю ваши чувства, но мы не можем этого сделать в данный момент. Сейчас север сильнее юга. Извините, вы хотели видеть меня? Конечно, сэр, конечно. Господа, это генерал Орри Мэйл. Генерал Роберт Ли, мой военный советник, члены моего кабинета. Наши агенты федеральной столицы донесли нам, как северяне планируют сокрушить нас в кольцах гигантской водяной змеи. Это непростая ситуация, сэр. Вниз к восточной морской границе, к Флорида-Кис, затем вдоль залива к Новому Орлеану, их флот блокирует конфедерацию. Они направили свою западную армию на юг для защиты пограничных штатов. И рассекут конфедерацию надвое? Никогда. Никогда. Но это опасно, мистер президент. Они могут медленно сжимать кольцо, отрезая наше снабжение из Техаса, портов Мексики и Европы. Скотт и главнокомандующий вирджинец предложил такую далеко идущую стратегию. Этот человек предатель юга. Быть южанином и верить в союз еще не делает человека предателем, сэр. Или я не был бы здесь? Я знаю, вы отклонили предложение Линкольна командовать армиями Янки, генерал Ли, но я не имел представления. Мистер президент, я считаю отделение неконституционным, а рабство моральным и политическим злом в любом обществе. Тогда почему вы с нами? Потому что я не мог повернуть свою шпагу против Вирджинии. Моя преданность, моя любовь, как и всей моей семьи, на протяжении 5 поколений принадлежит ей. Поэтому я здесь, сэр. Если у нас есть хоть один шанс нанести поражение северу, нам нужна наша собственная змея. И мы ударим, как кобра, по жизненно важным объектам, по федеральной столице Вашингтону. Сэр, я не согласен с вами. Кроме того, многие милиции наших штатов откажутся от нападения на север. Но, мистер президент, если вы позволите отдельным штатам диктовать... Линкольн заставил нас произвести первый выстрел в форте Самтер. Я не позволю ему выставить меня как агрессора снова. В следующий раз я заставлю северян первыми напасть на нас. Достаточно на сегодня, господа. Генерал Мэйн. Уверен, вы удивлены, почему я вызвал вас сюда. Честно говоря, да. Ваша предельная фабрика в Южной Каролине была одной из первых на юге и очень преуспевающей. Мы получали отличную прибыль, сэр, но теперь фабрика производит военные материалы. Мой партнер Джордж Хазард и я были вынуждены ликвидировать дело, он из Пенсильвании. Это еще одна трагедия, не так ли? Гибель такой старой и верной дружбы. Джордж и я надеемся, что наша дружба продолжится когда-нибудь, сэр. Сэр, моему правительству крайне необходимы ваши знания. Мне не нужно говорить вам, как мало фабрик мы имеем на юге и о недостатке сырья. Я знаю, сэр, знаю. Поэтому вы нужны мне. Сделать нашу военную машину эффективной настолько, насколько возможно. Я сделаю все, сэр, даю вам слово. Каждый из нас делает, что может. Штаб полковника Уэйда Хэмптона, Северная Вирджиния. Значительные силы у Блу Ридж Маунтинс в 60 милях к западу от их столицы. Поэтому мы должны направить 11 тысяч наших людей, чтобы остановить их вторжение в Шенандо-Вэлли. Основная армия Янки собрана здесь, вне Вашингтона. Они хотят пройти через Восточную Вирджинию. Вероятно, мы сразимся с ними. Капитан Мэйн, поезжайте на север. Узнайте, какие у них там силы и готовы ли они двигаться на юг. Не рискуйте только для того, чтобы взять пленного. Мне нужна информация, а не мертвые разведчики. Есть, сэр. Удачи, капитан. Почти хорошо, капрал. Стрижешься? Конечно. И на войне мы остаемся джентльменами. Спасибо, капрал. Эмброуз, ты не перестаешь удивлять меня. О, спасибо, Чарльз. Мне нужен доброволец, и им будешь ты. Доброволец. Thank you.
Maybe we can lose them. Это женщина. Капитан, нам хватает своих неприятностей. Решали помочь ли мне? Могли бы сказать спасибо. Помогите мне выбраться из этой заварухи. Я везу медикаменты вашим войскам. Я буду с ней. Ты отвлекай Янки. Встретимся у реки. Теперь я вижу, чин дает преимущество. Взвод, за ним! Справлюсь сама, капитан. Ну, конечно. Наконец доехали. Янки могли вернуться. Не беспокойтесь об этом, они потеряли след. Моя ферма рядом, не будем рассиживаться здесь. Мы ждали немного больше признательности. Извините. Агаста Баркли, капитан? Чарльз Мэйн. Эмброуз Пелл. Я благодарна больше, чем вы думаете. Я переправляю морфи из госпиталя Союза в Вашингтоне, если бы меня поймали. Ради вас мы проедем всю Вирджинию. Там увидим, Пэл. Северная Вирджиния. Мэм, мы волновались за вас. Я встретила этих офицеров на дороге, и я рада, что так получилось. Капитан Мэйн, лейтенант Пелл, это Вашингтон и его сын Боз. Накормите ваших лошадей. Мы поедем. Я буду рада, если вы поужинаете со мной. Спасибо, но... Мадам, принимаем ваше любезное предложение. Чарльз, человек должен есть, и думаю, ее стряпня лучше, чем твоя. Я не сражаюсь за юг, если это означает сохранение рабства. Я сражаюсь за то место, где живу. Поэтому мужчины служат. Интересно, понимает ли это мистер Дэвис? Думаю, да, в глубине души. Как вы? Я не верю в эту войну, капитан. Просто хочу сделать ее немного легче для тех, кто сражается. Да. Спасибо за прекрасный ужин, но нам пора ехать. Хочу добраться до лагеря Янки к утру. Так, я пойду за лошадьми. Извините, мадам.
А ваш муж согласен с тем, что вы делаете? Кажется, это опасно. Мой муж умер несколько лет назад. Он был хорошим человеком. Старше меня. Он многому научил меня. Вам его не хватает? Работа на ферме и моя другая деятельность не оставляют времени быть одинокой. Еще раз спасибо за вашу доброту, миссис Баркли. Огаста, капитан. Удачи. До свидания. Прощай, Вашингтон. До свидания, капитан. Спасибо. Прощай, босс. До свидания. Босс. Счастливого пути! Это настоящая леди. До утра. Спокойной ночи. Федеральный госпиталь, Вашингтон, округ Колумбия. Миссис Грейди, простите, что заставила вас ждать. Я искала ваше письмо с заявлением. Я отправила его, узнав о корпусе медсестер. Уверяю вас, я научусь всему очень быстро. Миссис Грейди, боюсь, что все несколько сложнее. Я не понимаю. Сядьте, пожалуйста. Мэри. Мы стараемся узнать как можно больше о женщинах, которые обращаются к нам. Вы, вероятно, слышали, миссис Дикс не хочет, чтобы мы привлекали, ну, неподходящих женщин. Вы считаете меня неподходящей женщиной? Скажу прямо, миссис Грейди. Мы узнали, что вы провели 3 месяца в психиатрической больнице. После смерти мужа. Но я не сумасшедшая. Быть медсестрой в военное время – это очень тяжелая работа. Ужасные страдания и смерть. Мы не можем взять сестру, которая не выдержит напряжения. Мой муж был убит у Харперс-Ферри. Вы можете понять горе женщины, даже если другие принимают его за сумасшествие? Здесь также дело и в ваших аболюционистских взглядах. Некоторые из ваших поступков... Замужество за негром? Это был не поступок, миссис Рейли. Я любила. Ваше замужество не имеет к этому отношения. Мне очень жаль, но я должна отклонить ваше заявление. Позвольте сказать вам, у меня есть друзья в правительстве. Боюсь, что дело не в чем-то личном влиянии. Вы и миссис Дикс еще услышите обо мне. Обещаю вам это, миссис Рейли. После свадьбы я не успела сделать гравировку на твоем кольце. Навеки. Это требует тоста. Да. За Хазардов. И за Мэйн. Пусть Господь хранит наши семьи и снова соединит нас вместе. Да будет так. Разве это не ваша семья? Да, это так. Пройдем к нашему столу. С кем это она? С Сэмом Грином. Конгрессменом. Констанс, это платье. Разве оно не твое? Да, но оно всегда нравилось Вирджилии, и я отдала его.
Извините. Не вставайте, сэр. Я просто хотел попрощаться с сестрой. Я уезжаю утром в Вирджилию. И могу не увидеть тебя больше. Желаю тебе всего наилучшего. Билли, береги себя. Хоть один из семьи Хазардов беспокоится о вас. Я не желаю обсуждать свою семью. Есть более важные вещи. Я скучал, не видя вас. Почему я не знал, что вы в Вашингтоне? Я не была готова к встрече с вами. А сейчас готовы? Мне снова нужна ваша помощь, Сэм. Я хочу быть медсестрой. Это единственный для женщины способ сражаться в этой войне. К сожалению, выяснилось, что это довольно сложно. Добрый день. Почему вы очаровательны? Ручаюсь за это. Тротей Дикс установил очень строгие нормы для медсестер. Принимают далеко не каждую. Я знаю, что многих женщин не приняли, но... Я ничего не сделаю без вашей помощи, Сэм. Почему? Спасибо. В чем дело? Разве вы забыли? Я была в сумасшедшем доме. Она узнала об этом? И вы хотите, чтобы я поговорил с мисс Дикс о вас? Прошу вас, Сэм. Ну? Сэм, ваши рекомендации могли бы прекратить все слухи обо мне. Вы объясните ей... Я получу в награду... мою дружбу и поддержку, как всегда. Вы меня удивляете. Требуете луну и даже не предлагаете поцелуй взамен. Так вы поможете мне? Да. Джордж, какой сюрприз? Сюрприз? Мы же виделись сегодня. Это был ты? Я действительно видела мужчину в форме, но я подумала, нет, Джордж никогда не поднимет оружие против своих любимых друзей-южан. Все такая же, Вирджилия? Постоянно в эти изменчивые времена. Почему ты здесь? Тебя прислала твоя жена? Что ты делаешь в Вашингтоне? Тебе интересно? Хочу, чтобы Сэм Грин помог мне стать медсестрой. Почему ты не обратилась ко мне? О, Джордж, не опекай меня! Я не опекаю. Я беспокоюсь о тебе. У меня все прекрасно. Позволь хотя бы дать тебе денег, подыщи себе другое место для жилья. Ты мог проявить братское беспокойство, когда Грэди был жив. Мне очень жаль, что твой муж был убит, но семья не имела к этому никакого отношения. Мы не семья, Джордж, и никогда не были. Мы были близки в детстве. Не знаю, когда это изменилось. Когда я начала думать сама. Считается, женщина не должна делать это. Удивительно. Все в семье выслушивали глупейшие идеи Стэнли... Но никто не захотел послушать, что думала я. Знаешь, на что это похоже? Провести всю жизнь под надзором только потому, что ты не мужчина. Мне были интересны твои мысли, Вирджилия. Но ты, к сожалению, слышала только себя. О, Джордж, только ты мог понять, что я пыталась сделать. Но нет, ты отверг меня, как остальные, аболиционистскую фанатичку.
Вы уверены и все еще не слышите барабанов. Вы говорите, что хотите сохранить союз, что дело не в рабстве. А я говорю, что все дело в этом, Джордж. Я презираю рабство так же сильно, как и ты, но я здесь не для того, чтобы спорить о верном и неверном. Я здесь потому, что ты моя сестра, и я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты вернулась обратно в семью. Неужели это так трудно понять? А ты не понимаешь! Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Вирджилия, мы не сможем изменить прошлое. Но мы можем начать сначала. Нет. Уже слишком поздно, Джордж. Вирджилия. Извини, я бы хотела лечь спать. Передай привет, Констанс. Если я буду нужен, найди меня. Отель Спотсвуд, Ричмонд, Вирджиния. Не крутись около меня все время, Джеймс. Нам надо со многими познакомиться. У тебя его чертовски мало для меня. И в личной жизни тоже. Это для твоего же блага, Джеймс. Преданная жена всегда помогает карьере своего мужа. А сегодня прекрасная возможность. Вообрази, ты и я на приеме у Джефферсона Дэвиса. Дэвис знает мою проницательность. Он прекрасно понял, что я ему нужен в борьбе. Не обольщайся, Джеймс. Все мужчины таковы. Используй свое очарование. Не обращайся со мной, как с ребенком. Мои взгляды, моя сила. Клерк первого помощника в Министерстве финансов? Это мало для тебя, Джеймс. Я хочу для тебя большего, гораздо большего. Для меня? Или для себя? А это не одно и то же. Прошу, миссис Дэвис, где она достала это простенькое, интересное платье? Мистер Хантон, во время войны центральное правительство должно проводить в жизни популярные меры, необходимые для наших военных операций, такие как использование рабов в качестве рабочих, как бы это ни было непопулярно.
А я все-таки утверждаю со всем уважением к вам и вашей должности, что это не должно быть сделано. Только суверенные штаты могут проводить такую политику. Если они отдадут свою свободу центральной власти, у нас будет такой же цирк, как в Вашингтоне. Разрешите напомнить вам, сэр, что я назначен для того, чтобы сделать эту нацию сильной и процветающей. Мы должны иметь более сильное центральное правительство, чем его отдельные части или... Штаты не допустят этого. Если это будет так, мистер Хантун, конфедерация не продержится и года. Вы можете иметь отдельные независимые штаты или сильную новую нацию, но вы не можете иметь и то, и другое. Выбор должен быть сделан. Знаете ли, мой выбор никогда не был частью тирании, более того. Извините меня, мистер Хантун. Отлично сказано, Джеймс. Он боится твоей правды, потому что знает, что не прав. Джеймс. Эштон. Что, Эштон? Я все слышала. Так вот, что тебе льстит спорить с самым могущественным человеком в правительстве. Он ведет себя как диктатор, а у меня есть убеждения. К черту твои убеждения. Похоже, это конец твоей политической карьеры, если она вообще у тебя была. Бокал шампанского. Я терпеть не могу пунш, который выдохся. Добрый вечер, мистер Хантум. Добрый вечер, сэр. Боюсь, у вас есть преимущество. Разве мы знакомы? Я не удивлен, что вы не помните меня. Последний раз, когда я видел вас, на мне была форма майора армии Союза. Новый Орлеан, после моей речи. Точно. Некоторые из нас пришли к мадам Конти для того, чтобы... Да, вы сказали мне, что никогда не сможете служить Союзу. Но если Джефф Дэвис будет избран, вы не сможете служить и ему тоже. Как вы можете видеть, я человек слова. А вы, сэр, проницательный человек. Спасибо, я ценю вашу любезность. Это не любезность. Я слышал ваш разговор с этим самонадеянным ослом. Вы абсолютно правы в том, что сказали ему. Боюсь, моя жена не разделяет ваше мнение. Она так красива, поэтому вы должны ее простить. Пойдемте, я представлю вас. Благодарю вас, сэр. Но дело прежде удовольствия и знакомства с вашей женой. Если позволите. У меня есть причина желать возобновления нашего знакомства. Буду совершенно откровенен, мистер Хантун. Я организую небольшую группу людей, проницательных людей, как вы, для финансирования конфиденциального предприятия, которое, я гарантирую, обеспечит невероятный доход. Вы имеете в виду инвестиции? Морские инвестиции, сэр. Блокада Янки представляет золотую возможность для людей с волей и необходимыми средствами. Вы не предлагаете прорыв блокады? Да, именно. У меня уже есть доля в одном корабле. И я только что нашел пароход под названием «Водяная ведьма». Его можно будет переоборудовать в Ливерпуле для наших целей за разумную цену. Ваша доля доходов будет равноценна вашей доле вклада. Конфедерации нужно оружие и боеприпасы? Нет, сэр, предметы роскоши. Деньги именно в этом. Конечно, опасность для корабля огромна. Поэтому мы предлагаем краткосрочные условия, мистер Хантун, а не длительные. С правильно выбранным грузом. Только два успешных рейса могут принести доход 500%. После этого пусть янки потопят его, если смогут. А если не смогут, наши потенциальные доходы будут астрономическими. Я должен отклонить это, сэр. Я не хочу иметь с этим дело. Могу я спросить, почему? У меня есть несколько причин, но достаточно одной. Это непатриотично. С каких пор духи, шелк и хорошая шерри являются непатриотичными? Мой ответ нет, сэр. Нет на что? Ваш муж и я не договорились по деловому предложению, но мы разделяем одну и ту же политику. И, очевидно, ту же любовь к красоте. Дорогая, могу я представить... Элкан Бент, сэр, к вашим услугам. Мистер Бент, моя жена Эштон.
Вы обратились не к тому человеку, мистер Бент. Мой муж никогда не вложит деньги в нечто подобное. Из-за его патриотизма? Нет, потому что он болван. Но я нет, у меня есть собственные деньги. Как это может быть, мадам? Ваш муж юрист, а закон говорит, что ваши деньги становятся его с момента вашего замужества. Я контролирую свои деньги, мистер Бент, потому что я контролирую своего мужа. Я не удивлен этому. Думаю, он был неправ, отказав вам. А вы бы не отказались? Возможно, мы обсудим это позже. Конфиденциально. Левой, 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 правой, левой, 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 правой, левой, 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 правой, левой, 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 правой, левой. Картер, иди в ногу. Капитан Дархэм, постройте их в шеренгу. Всем построиться в шеренгу. Быстро! Отлично. На сегодня достаточно. Вас и ваших людей следует поздравить, капитан Дархэм. Это доказывает, как быстро наши ребята-южане усваивают военную службу. Разрешите обратиться, сэр. В чем дело, солдат? Но, сэр, я прошу освободить меня от мобилизации. Моя жена, сэр, она не может без меня, и дети мои тоже. Говоря по правде, я не гожусь к этой службе в милиции. Я могу стрелять кроликов и опоссумов. Но я не думаю, что я мог бы выстрелить в человека, даже янки. Как твое имя, солдат? Барнетт, сэр. Так, рядовой Барнетт. Как, по-твоему, что произойдет с нашей конфедерацией, если каждый человек решит, что он не годится к службе в милиции? Наше дело славное, молодой человек. Свобода, независимость, господство белого человека. И каждый из нас должен желать отдать свой последний вздох ради этого. Твоя просьба отклонена, солдат. Но, сэр... Вам легко сказать нет, полковник. У вас-то больше нет семьи. Полковник Картер! Всем разойтись! Спокойно, идите по домам. За эту прекрасную любовь, которую я помню, я с презрением отвергну предложение поменяться с королями. Ты очень сильно любишь моего сына. Он так много значит для меня, что я никогда не причиню ему боль. Мадлен, ты дала ему столько счастья, что не причинишь ему боль. Есть что-то еще, верно? Я просто не хочу навлечь позор на вашу семью. Ты никогда бы не смогла. Но вы не знаете кое-что. Моя мать... В ней была негритянская кровь. Моя дорогая, Ори уже рассказал мне. О, миссис Мэйн, если кто-нибудь когда-нибудь узнает... Имеет значение лишь то, что мой сын любит тебя. И я тоже.
Мне кажется, пришло время прекратить тебе говорить, миссис Мэйн. Зови меня Клариса, если хочешь. Или, может быть, просто мама? Сделай то, что мы скажем, или окажешься в аду. Пусть Нигер оседлает ее лошадь. Звука, или я перережу тебе горло. Ты возвращаешься домой, миссис Ламот, и на этот раз ты будешь послушной женой. Мадлен, посади ее на лошадь. Едем домой. Пожар! Качайте воду из колодца! Несите ведра! Быстро! Надо вытащить хлопок из сарая! Лестница с конюшни! Надо лить воду на крышу! Я займусь этим! Не ходи туда! При таком пожаре нужны мы оба! Давайте! Пожар! Пожар! Встань сюда! Быстрее! Быстрее! Передавайте ведра! Быстрее! Еще воды! На крышу! На крышу! Двигайтесь быстрее! Поливай, поливай! Поливай! Сюда, сюда, еще воды! Давайте живее! Держи! Вот так, так! Давай, качай! Капи, капи, где Семирамис? Ты зачем женщину поставил к насосу? Качай сам! Какой огонь! Все идите туда! Воды, еще воды! Где Эзра и Кафи? Он там, за углом сарая! Быстрее! Быстрее! Ребята, давайте, давайте! Быстрее, еще воды! О, Кафи, что произошло? Подожгли крышу сарая! Все сразу вспыхнуло! Давайте же воду! Берегись! Уходи! Мисс Клариса. Мисс Клариса. Отнесем ее в дом.
Каффи, почему ты не тушишь пожар? С этим хлопком покончено. Я не собираюсь тратить силы на то, что не принадлежит мне. Хорошо, что мисс Клариса не слышит эти слова. Парень, когда умираем мы, о нас никто не беспокоится. Мисс Клариса, не надо двигаться. Вы получили сильный удар по голове. Мы послали за доктором. Вы не нашли миссис Мадлен? Нет? Мы ищем ее. Вам надо сейчас отдохнуть. Мы сообщим мисс Брэд. Мы позаботимся обо всем. Добро пожаловать домой. Это никогда не было моим домом. Этого я не знаю. Я знаю только, как сильно я тебя хочу. Джастин! Ты моя. Перед лицом Бога, церкви и закона. Тебя не изменить это, заполнив какие-то бумажки. Джастин, пожалуйста, слишком поздно. Пожалуйста, не бойся. Я буду терпеливым на этот раз. Хотя ты и будешь под охраной. Ты будешь моей леди. Так с тобой и будут обращаться. Увидишь, как я изменился. Джастин, ты уже виновен в моем похищении против моей воли. Люди узнают об этом и приедут за мной. Каждый белый человек из Монт-Рояла, включая твоего драгоценного Орри, далеко сражаясь за наше славное дело. Никого нет, Мадлен. Спокойной ночи. Ричмонд, Вирджиния. Бен, я не люблю, когда меня заставляют ждать. Я и так рискую репутацией, придя сюда без ведома моего мужа. Должен сказать, вы выглядите восхитительно, миссис Хантон. Если вы намерены мне льстить, сэр, то вам придется придумать что-нибудь получше. Вы что-нибудь выпьете? Пожалуй, шампанское. У нас даже вкусы сходятся. Конечно, это должно что-то значить. Вы много себе позволяете, сэр, для столь короткого знакомства. Возможно, я ждал вас столько дней. Такие деньги не валяются под ногами. А потом, я не решила, могу ли я доверять вам. Наверное, мне следует сказать вам. Когда я возобновил знакомство с вашим мужем, у меня были более глубокие мотивы. И какие? Вы и я. Но вы впервые увидели меня 4 дня назад. Но я видел вашу фотографию, ту, что носит с собой. Нашу свадебную фотографию? И вашего брата также. Ори? Не говорите мне об Ори.
Откуда вы знаете Ори? Мы вместе были кадетами. В Вест-Пойнте? Да, он говорил о вас, когда я была девчонкой. Бент ублюдок, это выражение я помню. Ваш брат и его друг Джордж Хазард были моими врагами в Пойнте. Из-за них меня исключили из академии. Я не удивлена, что они в этом виноваты. Вы знаете Джорджа Хазарда? Его младший брат женат на моей сестре. Я ненавижу всех Хазардов, включая ее. Очевидно, что ваша ненависть распространяется и на вашего брата. Конечно, Ори велел мне убираться с плантации. И все из-за того, что я пыталась вмешаться в замужество моей сестры. Вы видели мою фотографию? Однажды. После одной из речей вашего мужа. Моя сестра Брэд, маленькая неряха справа. Боюсь, я не очень хорошо все помню, кроме вас, конечно. И еще одной женщины с темными волосами. У вас есть еще одна сестра? Нет. Это была Мадлен Ламот, шлюха. Сейчас она живет с моим братом. Незаконно? И открыто. Он утверждает, что предоставил ей убежище от ее сумасшедшего мужа. А сейчас, как я слышала, они собираются пожениться после того, как она получит развод. Чем дальше, тем лучше. Вы знаете ее? Скажем, я знаю кое-что о ней, о чем я пока промолчу. А сейчас я был бы признателен за банковский чек. Как уверенно. Человек, который берет то, что хочет. И он хочет все. Боже, боже, мистер Бент. Мы желаем все прекрасные вещи в жизни. В конце концов, деньги всего лишь одна из них. Но покупает все остальное. Меня не так легко купить, сэр. Сначала прибыли, прежде чем вы заслужите то, что сейчас украли. Вы получите свою прибыль. И еще больше. Намного больше. Я должна бежать. Джеймс будет ждать меня дома, когда вернется из министерства. Пришлите свою визитку, сэр, когда придет ваш корабль. Не сможешь сегодня уехать, Семирамис. Пароходы перестали ходить из-за блокады, а железнодорожные линии на юг закрыты из-за того, что ожидается битва. А если через Пенсильванию, мисс Брэд? Нет, мы останемся здесь до окончания битвы. Но мы найдем способ отправить тебя домой. Извините, мэм, вы миссис Хазард? Да, я. Вот сообщение для вас. Меня наняли доставить его. Спасибо, сэр. До свидания, мэм.
Мама очень больна. А Мадлен исчезла. Мы должны немедленно вернуться в Монт-Роял. Но вы сказали, что битва... Мы возьмем коляску. И за границами Союза мы будем в безопасности. Мисс Брэд, ваша мама не одобрила бы этого. А мистер Билли... Он поймет. Он сделал бы то же самое. Мы должны попытаться. Я должна быть рядом с мамой. У тебя все в порядке? Меня подвели ноги, лейтенант. Вы из отряда снайперов? Только что прибыл. Я Билли Хазер. Том Ларсон. Я тоже направляюсь в ваш лагерь. Хочу стать барабанщиком. А твои родные? У меня никого нет. А ты не слишком молод? Не важно, сколько тебе лет, если ты лучший. Я знаю каждую команду. И не важно, сколько орудий будет стрелять. Вы меня услышите. Могу это обещать. Иди сюда, я подвезу тебя. Очень признателен, лейтенант. Готов? Угу. Раз, два, три. Первый лагерь снайперов около Вашингтона, федеральный округ Колумбия. Приготовиться! Целься! Огонь! Дозор выступает, второй взвод. Взвод, стройся! Мы готовы, сэр. Джонни, принеси мишени. Вот это полк. Производит впечатление, а? Лучшие в армии, верно? Неверно, лейтенант. Не лучше по любым меркам, как и вы, ваши сапоги в грязи. Я ехал не по дороге. Нужно было вытереть их, прежде чем въезжать в лагерь. Послушайте, и вещи вы... не упакованы должным образом. Мне не нравится ваш тон. Если вы лейтенант Уильям Хазард, то вы опоздали. Приказ не прибыл вовремя. Какого черта я оправдываюсь перед сержантом? Я полковник Харам Бердан, сэр. Ваш старший командир. Полковник, сэр. Извините, сэр. Я не могу призвать вас к ответу за то, что вы не узнали меня, лейтенант. Но за уже отмеченные нарушения могу и сделаю. Этот полк станет самым лучшим. И чертовски быстро. Да, сэр. Подождите, полковник. Я хочу быть барабанщиком. Прости, малыш. Тебе нужен опыт. Ты слишком молод. Я прошел путь от Балтимора. Дайте мне шанс. Балтимора? Ну, попробуй. Удачи. Сбор. Вперед, марш. Отступление.
Над кем вы смеетесь? Над тобой. Барабанная дробь? Вот так дебют. А ты произвел впечатление на старика Шомпола. Еще? Кажется, я был смешон. Руди Ботфорд. Это Джимми Пауэлл. Рад познакомиться. И Стивен Кэмп. В рассыпную? Уильям Хазард. Для друзей Билли. Ну, похоже, ты будешь постоянно развлекать нас, Хазард. Мало твоих сапог, так ты еще пытаешься подсунуть какого-то ребенка барабанщикам. Думаю, он справится. Он сбежит при первом же выстреле. Билли! Билли! Полковник поставил меня на удовольствие. Получилось! Поздравляю! Молодец! Капрал! Разведка Хэмптона. Где армия Янки? Настоящая битва должна вот-вот начаться около Манассаса. Сколько Янки против нас? У Макдауэлла 35 тысяч, у Боррегара 30. Почти поровну. Ясно. Я еду в Ричмонд. Начальство ждет донесений. Удачи. Кажется, мы опоздали. Едем в Манассас. Встретимся с ними там. Вашингтон, федеральный округ Колумбия. Генерал Боррегар привел свои мятежные войска на железнодорожный узел сюда, в Манассасу, около Булран. Совершенно очевидно, они готовятся к решающему броску на север против столицы. Думаю, нет, сэр. Они будут ждать наших действий. А мы будем ждать их действий. Возможно, мистер президент, что блокада всех портов южан по вашему приказу приведет их в чувство до того, как будет пролита кровь. Южане улюлюкают над моей блокадой так же громко, как они обсуждают вопрос о моем происхождении. Мы не можем ожидать, что блокада сломит их. Существуют и внутренние политические соображения. Наш народ считает, что сейчас самое время разбить мятежников. Этот предатель Дэвис объявил их дело второй американской революцией. Что, по его мнению, мистер Камерон? Является правом на бунт. Мы сокрушим их численным превосходством и будем в Ричмонде к августу. Одного количества будет недостаточно. Это будет гражданская война. Брат против брата. Величайшее испытание. Эти парни, идущие на юг, заслуживают самого лучшего оружия и пушек. Мой рапорт у вашего секретаря, мистер президент. Наши люди будут работать день и ночь, чтобы дать им все необходимое. Но не эти так называемые винтовки Спенсера, полковник. Мы понапрасну тратим пули. Держитесь испытанного в битве, и вы не потерпите неудачи. Принято. Господа, генерал Макдауэлл съел вчера вечером всю еду, а затем быстро расправился с арбузом на десерт. Если он сможет расправиться с Боррегаром с таким же удовольствием, то нам нечего бояться. ...21 июля 1861 года, Булран-Крик, Манассас, Вирджиния. Thank you.
Вы думали, что это своего рода пикник? Генерал, мы брошены в эту битву желанием общества. У юга сильные оборонительные позиции на своей собственной земле. Мятежники уже отступили Генри Хаус Хилл. Эту высоту удерживает Том Джексон. Я ожидаю ужесточенного сопротивления конфедерации. Чепуха, полковник. Недисциплинированная толпа противостоит армии. Король Георг сказал это в 1776-м. Господа, прекратите огонь. Видите, почему я настаивала, чтобы мы тоже могли поехать, моя дорогая? Кто-то должен охранять мир. Если бы мир можно было сохранить на поле битвы. Генерал, миссис Харпер, как это волнует. Молли, я не знала, что ты приедешь. Я заставила маму изменить решение. Она занимается нашим пикником. Это такая удача. Я никогда раньше не видела битвы. Полковник приказал подойти ближе к этой батарее. Не мешай художнику за работой, Хазард. Я подстрелил капитана их артиллерии. Почему полковник Хазард так взволнован? Его младший брат в отряде снайперов. Я все еще ничего не вижу из-за дыма и деревьев. Вот здесь, сэр. Где это? Пол Хэмптона? Направо, сэр. У оврага Хэдом. Поспешим. Донесение полковнику. Я не оставлю ни вас, лейтенант, ни мой пост. Неважно, что происходит. Мы вместе. Есть, сэр. Все равно, теперь это наша война. Вперед!
Вы нужны там, берите любых лошадей и скачите со мной! Рядовой, что происходит? Генерал, там просто ад. Раненых так много, что мы не можем заняться всеми. Грузим их в санитарные повозки и бежим. Бежите? От проклятых мятежников? У нас нет выбора, сэр. Они бьют нас. Так плохо? Все кончено, сэр. Мы нигде не можем удержаться. Я бы убрал отсюда женщин и детей, пока дорога еще не перекрыта. Отдать честь старшему офицеру! Вернитесь, рядовой! Генерал, надо уезжать, пока дороги свободны. Езжай быстро! Обезумел Джордж. Обезумел.